Всем привет, дорогие друзья! Дай соперничать со США, это, конечно, было... Это было смешно. А что, он на Венесуэлу, что ли, нападает? Да, еще потом на Венесуэлу. Опа-на, слышь, а итальянец не в нашем союзе? У меня хорошая идея, го итальянца бить. Нормально. Сейчас бы Японии плыть в Италию. Да фигня вопрос. По чуть-чуть присоединяется к союзникам. В смысле плыть? Ну, точнее, к оси. Космос. Полетим, а ну сейчас посмотрим, чем. У меня самолетов достаточно. Этот потенциальный союзник, а у меня бить собрался. А что, мы приглашаем Италию в войну или нет? Не, ну ты посмотри, сколько мы самолетов делаем с Саней. Мне кажется, в нашем альянсе никто столько самолетов не делает. Так, сейчас, мы можем сделать... Если подумать, что я самолеты тут? Не делаю. Тед. Допустим. Чем мы будем сейчас брать? Промышленный концерн, конструктор материального обеспечения, конструктор танков, высшее военное командование. Что у нас? 12 самолетов в год. Чуть больше. Нам армейка нужна. Просто посмотри на эти высадки, ну, эти божественные. В общем, высадки. Подумай. Ты сейчас воевать будешь или уже воюешь? Нет, я готовлюсь на Турцию нападать. Она, конечно, это планы, но я готовлюсь. Фюрер. Да. Где этот фронт с Нидерландами? У меня? Мы уже фокус берем, да. А у меня фокуса нет. У меня фокус только следующий. Вот, Саня, я тебе говорю, куда торопиться? Ну ладно. А какая разница? Нидерланды нам ничего не сделают. Это, Голландская Ост-Индия отдельно капитулирует. Она капитулирует, да, но мир вы не подпишете. Ну, потом пойдешь ты и вот добьешь. Нам Нидерланды ничего не сделают. Так, товарищи, дорогие мои друзья, кто смотрит эту серию, мир по чуть-чуть скатывается на порог глобальной мировой войны. Каждая страна имеет за планы и за честь подготовить как можно больше дивизий. Советы уже накопили 138 дивизий к этому времени. Если они копили их, 113 дивизий у Третьего рейха, 74 дивизии у Франции, 36 дивизий у Испании, 38 дивизий у Соединенного Королевства, 36 дивизий у Соединенных Штатов, 18 дивизий, практически удвоили количество дивизий со старта Бразилия, 109 дивизий у Японии, 22 дивизии у Индии и 10 дивизий у Австралии. Но, понятно, дивизии дивизиям рознь, у каждой дивизии свое количество пехоты в шаблоне, и каждая дивизия стремится в чем-то к своему результату. И скоро эти мощности столкнутся друг с другом в бойне под названием «Мировая война». 66 дивизий у Италии, 31 дивизия у Румынии, 23 дивизии у Венгрии. Да ведь ими тоже управляют люди. Так, я надеюсь, что я никого не пропустил. Великобританию не пропускал, Соединенные Штаты не пропускал, Бразилию не пропустил. Так, Япония, Австралия посмотрел, Италию посмотрел, Рейх посмотрел, Францию, Испанию посмотрел, Венгрия, Румыния посмотрел. Вот, в принципе, и все. Шаблоны периодически я буду показывать. В общем-то, достигнутые результаты вы тоже увидите. Увидите, как идет. О, нет, только не енота. Привет. Привет, енот, я сейчас занят, сорян. Ничего, я много времени не займу. Ты уже задебаешь время. Когда Left 4 Dead? Иди нафиг. Ты обещал на этой неделе. Вот, не скрыться, даже сетевую записываешь, что это такой енот. Добрейший вечерочек. Я требую обещанного лефта на этих выходных. Тогда он будет. Будет, будет, может даже не на этих выходных. В смысле не на этих выходных? Есть следующие классные выходные. Тоже все выходные, выходные. Ты говорил, что на этой неделе будут. Гони лев. Надо подумать, Ину. Надо подумать. Сейчас, увы, я записываю сетевую, так что сорян.
Ну вот, сегодня записываешь сетевую, а завтра... Завтра записываю сетевую тоже. Ну вот, после того, как запишешь, можно поиграть в Left. Ты будешь час ночи играть в Left? Да. Больной ублюдок. А я буду и спать. В это время. Ты затратишь Европу до 4 утра, но не можешь сыграть... Было это давно и неправда. Да чё ты нам пиздец? Юра, ну, далее, лучше остаться в вашей компании. Так, войск. Успел убежать от игрока. Не смей убегать от ответа, Витя. Ну, а Румынии надо... Я 15 тысяч... Меня здесь нет, Енот. Есть ты тут, я тебя слышу. Привет, народ. Здравствуй. Кто такой? Я ваш сильнейший кошмар. Главная боль от игры всего. Бразилия съедает Перу. Там есть 150 на доктрину. Давай. А сколько он стоит? 150. Витя, давай, бери. Персонаж в ТЭСе какого левела? Когда? Маленького, 7-го, по-моему. Ой, я могу с тобой... А, стоп, а ты кого создал? За 250 для нашей доктрины есть. Витя, ты кого по расе создал? Редгарда. Когда будет Left 4 Dead? Редгард. А, блин, ты из Ковента. Но мы все равно можем встретиться на любой территории. Кроме твоей стартовой, видимо. Можем, но... А, не, можем и с... на твоей стартовой. Витя, когда Left 4 Dead? Никогда. Я не да, тебя нет. спрашиваю. Андрей прав. Витя, давай, когда Left? Я не устану тебя это спрашивать. И когда? В песенке там... Тебе не устанут это говорить, да? Енот, возможно, в воскресенье. Так, с этим, давай, что это сейчас делать? Да, это по-любому не то. Ремонтную роду, да? Или доктрину воздушную, выбирай. В общем, выбирай сам. Сказали, что они будут клепать самолетики, а доктрину клепаете? Ну, Сань, странные люди. Да вы издеваетесь, Рейху, самолетики? Дайте ему хотя бы пехотку свою обуздать. Ну так они сами предлагают. Ну... Отлично. Вить, просто смотри, там у Совета самолеты, у Британии. Следующее самолеты. Будем. Кстати, 92 этих штуки выйдут, наверное, уже. Вот, радуйтесь. Все, есть ваши самолеты. Да. Ну, хорошо, тогда мы. Советов, кстати, не меньше. Да неправильно, надо вот. Было тупо в Венгрии пихать самолеты в всю игру и все. А у Испании 8 самолетов. Ого! Да ты топчик. Так Венгрия делает самолеты. Так Венгрия должна делать только самолеты, и все. Ну, для этого и есть. Самолеты, пехотное снаряжение, дополнительное оснащение. Нет, ведь только самолеты. Половина заводов Венгрии на самолетах. Французская коммуна. Все, все, Францию. Они в союзники все пойдут, да? 12 как самолетов не Венгрия сделала. У них не коммунисты, только британцы. А США уже все? Да, давно еще. Уже все, уже кончили. Это долго делает, я не самолете. Вот, 12 самолетов будут защищать ваши границы. Да вы опасные. Ямато, вот как ты завещал? Просто одни самолеты. Да не говори, ведь. Вот сколько у нас, Саня, заводов на самолеты? А вы, ребят, сделаете планы за Францию, да, наверное, и так далее. 15 вроде. Ну, в смысле, у вас там, я имею в виду на Сиам, там нужно план делать наступление, и на Индию тоже, чтобы получить бонус именно. Тань, ты что, нефть купил? Это, типа... Нет. А там Япония же может, типа, указать давление на Сиам, либо дружить с Сиам. Да-да-да. Ну, погодите, не до этого сейчас. Надо сейчас доп. Ячейку взять, а после этого уже Сиам. А, ребят, кто мне может пехотки дать? А это кто? Это Италия. Панда. Я могу дать пехотку. А ты можешь сейчас? Сейчас, я не могу, не могу тебе кинуть ленд-лиз, так что... Блин. Вова, киньте мне, если так раздают. Дайте ленд-лиз. Тоже не могу. Бедная Испания, просто после гражданки. Мы должны быть в состоянии... Тань, ты что творишь? Чего не с национальными? Да я никогда не буду должен быть. С этими... С покупками. Ну, не... Ребят, через... У Сиама уже совсем скоро, купить. Через 5, через 10 дней начнутся войны. А ты закупал уганскую из Индии. Мне нужно 1000 допки. Боже. Да сейчас высадимся будет резина. Может, 9-го июля сразу... война.
Ура. Еще 17 дней. С кем война? В Болгарии. Ну, наконец-то я Энри смогу сделать. А потом Греция. Сколько в этом еще? Исследований. Может, нафиг этот Рейх? Может, в Новом Римском империи? Ох уж этот Рейх. Какая ось, ребят, давайте всем Новую Римскую империю. Тихоокеанское сотрудничество. Да, да, так что помалкивай. Сфера великого этого Восточная Азия. Дай, попробуй еще немножко поднять скорость. Сфера великого взаимопроцветания. Уже не ты отстаешь. До войны подними скорость. Азии. Бразилец, тебе надо было в первую очередь Венесуэлу забирать. Да, чтобы мы у тебя не закупали. О, сейчас. Да. Кстати, ну, Бразилия так сложно. Неплохо разъелась, 47 заводов. Да, господи, он сольется по-любому. США, ну, это, США не клепал дивизии. Да все равно сольется. США отправят туда, господи, танков 5 и все, и бразильца не будет. А откуда у США военные области? Ну, людей что... ставишь на обучение и все. Да. У него он дивизии не клепал. Ну, стартовый. Стартовый, ну, блин. Ну, еще 7 совет... июля, можешь это советника он мог советника купить. А, кстати, да, это тоже. Он, скорее всего, не делал, в общем, посмотрим. А, не. Красота. Давай свой рончик. Венгрия, помни. Югославия, помню, скорби. Конь стоит, ничего не делает. Нужно им ходить, как и делать. Ну, где в Югославии? Пускай вот это... Вот это все, это армия Югославии. Нет, там 9 дивизий максимум. У нее 6-9. Пускай он это приглашает еще этого... Как его? Итальянца. Румына. А там нельзя вроде. Или можно. Ну они же миночки, они могут. А, подождите. User left your channel. Так, я мотаю. Я не помню. А что мы будем потом туда брать? По фокусу, мысли, знаешь? По фокусу мы будем в доп. Ячейку. Ячейку? Ячейку, он без вопросов. Да. Потом... Румыния же может в Югославии? Потом развитие промышленности, а потом развитие авиации. Нет, 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 не может. А, ну окей. Там нельзя вступать. Я честно не помню. Ну кто может правила посмотреть? Посмотрите. Да нельзя там, я знаю. Все, нельзя так нельзя. Урон отстает. Ну давай в Загреб. Конец-то война с Болгарией. Да. Загреб, давай, иди, чего ты стоишь? И первая скорость. Ну, он думает, что он может играть. Ну, если умеет играть, но он не очень хорошо это делает пока что. Сейчас... Окружай! Ну, наконец. Сейчас Болгарию снесу. Ой, Румынию снесу. Румыния, мы тебя поздравляем. Румыния, а у тебя что так далеко стоит? Румыния, у тебя 6 дивизий, вот там нападай вперед просто, иди на самой Софии и Пловдива. Ты еще что-то у совета. Так эти 6 дивизий сейчас обороняются. Сейчас бы у совета было много дивизий. Ну, Сань, посмотри, сколько у него дивизий. Ну, вижу. Ну, это советы. У него сначала у Игры 132 дивизии, вроде как. А че пауза стоит? Опасный. Виснет Саурон. Саурона нельзя кормить, а то он развистит. А чё танки стоят? Румын. Румын, ты нападаешь с дивизиями не туда. Нужно нападать на дивизию без снабжения. Вот, хорош. Да, блин, и потом расходись. Что за хурма? Почему я не могу прикрепить дивизии к высадке? А у меня тоже такой... Смотри, отодяни их в другой этот... армию, а потом прикрепить через стрел. Кстати, а... Не, это... Лень. Разбираться. Ну, мне помогает. Открепить их от указа.
Открепить их от армии и потом прикрепить. Нихуя не взяли этот фокус, можно, ребят? Это же круто. Фокус, блядь. Рун, блядь, а мы нихуя с ним не делаем. Что за бред, блядь? Дима, слушай, Румынии никто, блядь, не поможет. Давай он, блядь. Да, это куда корабли отправил? У Румынии где-то 30 дизель, у Болгарии 10. Чё ты хочешь? Чувак, в Эфиопии нас-то никак, блядь, не остановило. Мне кажется, весь японский флот охраняет Японию. Ну, в Эфиопии они не могли... Витя, сейчас посмотри и на... И забили эти... болт. Тут они могут запотеть и также шотнуть на шар. Витя, а вот можно, пожалуйста, к нам вот таких вот дебилов, типа этого итальянца, не пускать? А то что-то зашел, начал орать Витя, потом такой, ой, его здесь нет. Какой-то человек, кажется, вообще без мозгов. Нет, то Андрюха просто не увидел, что я у них сидел. Нет, ты представляешь такую ситуацию? Витя! Да заткнись и дай ему сказать. А, ведь здесь нет, а, все, пошел, блядь. Нет, например, даже не так. У нас один тип, да, нам рассказывают, да, мы как бы пытаемся вникнуть в ситуацию, пытается что-то сказать, и тут это недоразумение немножко, блядь, приходит, начинает что-то, блядь, трындеть. Что, Витя, как он уже не видит, типа, завалить что-то хлебало, дай человеку сказать, и он такой, а, его здесь нет, ушел. Что это вообще такое, Витя? Стойте, они опять что ли Югославию оставляют? Они ее разделили, вы ничего не понимаете. Так что там надо было смотреть на Индию? Сейчас, подожди, паузу отожмут, сейчас посмотришь. Мы тоже разделили тут, ну как? А, понятно, да, я понял, сейчас что там. Сейчас будет. Я тебя понял. Сейчас. Давайте посмеемся. Давайте, ребят, просто сейчас хлопать. Слава Пакистану. Подожди, где он? Там не там. Сейчас, считать надо было. Я же. Там было написано, что он станет независимым, как только я стану независимым. Вот именно. Ладно. А, то есть ты получишь свою независимость, и Пакистан вместе с тобой. То есть, поздравляю. Третий рейх против меня цели. Но я не получу независимость. Ребята. Ты получишь в 43-м году. Один вопрос. А вы что все это сидите тупите тогда? Стой, ты... Чего? А я, кстати, теперь могу добровольцев отправлять. Кто? Австралия. Круто! Да, вовремя! Спасибо! Помог! Лучше поздно, чем никогда. Можно. Лучше никогда, чем никогда. Давай в Польшу, Дим, посмотрим, что из этого выйдет. Слушайте, а вы в Болгарию-то отправили? Если чё, к нашей границе отходим, и всё, есть дефиниция там. Ребята, вы в Болгарию не сделали, не? Нет, в Болгарию. Там мало, там две там мало, а вот сейчас Польши можно попробовать. Блин, как они Югославию так разделили? 334 войны, блядь. Чё отправлять будем туда? Да, о, танки, само собой, ты что? Там чё, прям танки? Только отправляй быстрее, а то, кажется, не успеют. Ребят, можно совет? Давай. Не отправляйте. Потому что если сейчас они быстренько сейчас пробегут до Варшавы... Они окружат и все. Ох. Нет, не в этом смысл. Эти-то они бы смогли бы отступить, но если не захватить Варшаву, в столице будет Данциг. Я и в Данциг попал. Отлично. Я потому что так уже воевал не один раз. Я, короче, в Польшу отправил 7 танков, и они попали в Данциг, сука! Ну я догадываюсь, что мы последний день не видели, да? Ага. Да, короче, нахер этих добровольцев. Короче, ладно. Изи страта сработала только с Эфиопией, я не думаю. Ну как выйти? У кого, блин, веселее сидеть, а? У них, конечно. Да, тут везде весело. Они насилуют на троих. Они Югославию изнасиловали. По кругу запустили, блин, страну. А сколько у Индии теперь людских ресурсов? Там были нормальные 700 тысяч. Круто. Вообще прям... Я не понимаю, почему, зачем? Зачем? Не понимай, надо понимать. Почему? Построил флот? Может, кто еще поймет фокусы Франции? Построил 8 миллионов флота. Миллионов? Да. Ну, кстати, я думаю, нам не надо дефать на Китай. Стоп, а меня по-прежнему беспокоит один вопрос. Франция, а ты изучил французское метрополия, вот промышленность, ты это все изучил или нет? А ты посмотри и увидишь. А ты не видишь? Я подожди. Не могу, я не вижу. Я сейчас скажу, вот такой фокус, начнем справа. Справа ничего не изучено, начинается реформа правительства, видишь, да?
Смотри. Ты не сразу про левый, я про левый, самый левый у него. А, слева французский Алжир, все, ставка на оборону, ставка на укрепление. А почему ты не изучаешь французский метрополию? Я изучаю. Он только сейчас начал. Он изучает колониальные, а не про саму французскую, там, про русские и прочее. Нет, там на фабрику больше, на заводе больше. Зачем? Он не хочет это врагу отдавать, у него же там белый флаг уже над Парижем. Ты спрашиваешь, там в Алжире заводы уже. Почему? Нет, там уже в Алжире заводики. Что вы это самое пристали к человеку? Нет, вы понимаете то, что он-то как делает? Он сейчас войска вообще-то не делает, как вот я слышал, да? То есть он сейчас будет держаться, а потом всеми войсками отступит в Тунис. И потом, когда у него заберут его, так сказать, эти материковые территории, он в Тунисе высадит все свои войска, которые он производил, и будет воевать в Африке. Мне больно на это смотреть. Мне тоже, но что делать? Ты понимаешь, сразу надо строить заводы, потом укрепления. Какие укрепления в 37-м году? Зачем они сейчас нужны? Зачем они потом будут нужны, когда их не успеешь построить? Ух ты, Болгарию захватили. Блин, он быстро покатал. А разделить? Ну ее всю забрал, или там тоже по частям она поделена? Всю забрал, молодец, пацан. Ничего, слушай, что-то много как-то с Болгарии-то упало. Там делает уже претензию на Турцию, нет? А, на Грецию? Ну, на Грецию делает. А зачем Югославию? Попозже. Они еще разделят, что и Греция дадут. Да, если мне чувствуется, конечно, Греция еще поделится. Ну там часть Италии, часть Югославии. Не, почему? Крит Италии. Италия сама. Если что, я видел, как там, Ливия, 20 конных дивизий Италия. Что? А, кстати говоря, там, блядь, конные дивизии. Сколько? 20 конных дивизий. Много, пацан готов. Не, ребят, вы понимаете то, что это не конные, ты что, на верблюдах? Что это с Сахарой? Местные. Слышишь, кстати, британец, уведи от границ Эфиопии на одну пробку все войска. Как будто у тебя их там нету. Угу, сейчас. Типа, блядь, я отступил, я дурак, забыл совсем и все. А потом раз. А вы заметили, да, что мы британцы постоянно даем советы такие, типа, иди туда, нет, иди оттуда. Нет, иди туда, нет, иди оттуда. Я корабли увел от США. Вот. Ты увел, ты ко мне привел. Тебе понравилось? Ой, да какой ты говнофлот, блядь. Британец, что у тебя появляется? Строится? Истребители строятся. Сколько заводов? Сейчас мои сейчас корабли приплывут туда же. Это важно? Плохо. А сколько надо? Подожди, сразу начнем с этого. Ну ты скажи, сколько строится? Ну 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5. Блин. Шалко. Можно вопрос, а в Бельгии оборона? А нахуй она нужна? Так ее сейчас захватит. Не, он построил. Да не в самой Бельгии, имеется на границе с Бельгией. Он в первую очередь фокусами. Или... Нормально, так и фокусы. Да какие фокусы? Надо вручную строить, там, две единицы. Чё, вручную строить? Всё это время вручную строить? Я там вручную и так, фокус сразу взял на оборонку, зачем сразу его было брать? А Испания в войны не могут вступать, да? Испания нет, до 41-го. Она всё стоит, отдыхает. Курит. Моя бабушка курит трубку. Кури трубку, бабушка моя. Хорошая песня. Особенно, когда я вправду моя бабушка курит трубку, да ладно. Так. Интересно. Ну, Франция, в общем-то... Ой, какая-то отсталая. Рейх неплох, на самом деле. Нет, ну как бы не отсталая, ну да ладно. А, правда, не знаю, сколько сейчас у Рейха как бы дивизии, но я думаю, они сравнимы уже с советами. Ну, 158 максимум, 89 минимум, 89, 158, мне кажется, нет. Нет, я смотрю, у него 183 максимум, да, 70-го? У меня 177 максимум. У меня 158. Ну, короче, это дезинформация. Короче, где-то дивизии 120 у него есть. Нет, ну, 140. Вот, как бы... Немного меньше, чем у советов. А сколько тебе дивизий?
Француз где-то столько же. Не, сотки, я думаю. Француз. Франция 74. Он там француз. 74. А, 74. Но француз сколько в начале? Столько же. Вот я тоже подумал, ничего не изменилось. 73 у него вроде в начале был. А, да, не видел. 30, знаю, да. У меня очень большой минус по всей логистике. Дима, а мы сейчас почему это делаем? Что именно? То, что ты сейчас делаешь. А Польшу разделить? Нет, он решил не надо. Ты о чем? Сейчас, подожди, вот это вся хуйня. Отдать Станислав и Львов Рубу. Ну что там так долго? Вот, слава богу. А, почему у нас... Ты что, дивизии тренируешь? Что случилось? Он-то не хватает? Ну, да. Ребят, а можно один вопрос? Вот я сейчас сделал сейчас ограниченное вмешательство, да, и могу отправить добровольцев. Кому? Греции. Бельгии отправишь. Дим, ты смотри, у нас там от реорганизации армии еще будет плюс 20, об этом не забудь. Чё, плюс 20? Да, блядь, можно я скажу, пожалуйста? Опыт армии? Реорганизация армии, там опыт армии будет. Да, окей. Слышите, ребят, я, конечно, извиняюсь, а вы будете отправлять Греции, по-моему? Не уверен, нет, скорее всего, надо, думаешь? Нет, так чё? Просто ради интереса, вот просто засядешь в этих, выпьешь. Понимаешь, у нас есть одна Америка, которая до сих пор не может стать добровольцем. Если бы ты, да, там, и все остальные могли стать, проблем бы не было. Понимаешь? А поскольку никто этого делать не может, ну тогда и извините, что за бред. Это все должны были мы делать все вместе, мы вам об этом все писали. Мы как бы решили дружно забить хуйня все это, ну спасибо. Ну через 130 дней я буду... Там смотри, уже не у будет. Него она будет клепаться до 8 А. Ну, она у него будет готова через 5 дней, как бы, вот, да. Он нападет примерно через 5 дней. Что дальше? Ну, да, сейчас совет на... 30 дней уже Греции не будет. И нет, так потеряли 6 дивизий. Ты хочешь, чтобы совет растерял там, вообще все дивизии? В чём это? А мне кажется, Греция в горах может неплохо защищаться. И чего? Они ну, все равно не будут долго. Брать последнюю провку, да? Вот Афины. Они не будут брать Афины. Они захватят все, кроме Афин. Убьют, шотнут наши дивизии. А потом захватят Афины и выиграют войну. Так это и работает. Да. Нет, ты просто это горнострелковых послать и засесть. Какая разница кого? Они все равно со временем продавят и шотнут тебя. Что бы ты ни делал, где бы ты ни засел. Понимаешь? Нет, понятно. Ну вот и все. Это да. Со зла. Так что идет тоталитарная, масштабная, невероятная подготовка. Тоталитарная, тотальная. Разогнался. А у нас уже еще была тоталитарная. 100 штурмовиков в резерве стоит. О, все, можно делать новый этот крыло. Крылья они делают. Короче, мы потеряли 4000 в войне с Польшей. Ну, 500. Отвратительно. 600. Скоро там будем? Там скоро Нидерланды, Бельгия, Люкс пойдут. Посмотрите, коняшки советские стоят. А это сталь. Так, расскажите Японочка мне, что это у вас быстрее, чем наш. Легионеры уже на Грецию идут. Ой. Да. Чё? Да, мне что-то странное. Ваня, тех взял. А это, что-то баг какой-то мне показывается. Новых тех нельзя брать. Е 110 винтовых гвардей. 110 винтовых гвардей. Ты еще покупайте резину в Японии теперь. Все, хватает нам. Только, ребят, давайте немножко все-таки поделим эти ресурсы. Да не, и так нормально. Часть вам, часть нам. Венгрия может не будет на Югославию клепать. Основной остров забираем мы. Какой основной? Добрать. Ну, главный. Мараву и... Где больше всего резины. Покидание. Хорошо. Один остров даем вам. Не, в смысле, а нахрена вам Сингапур достается? А как вы возьмете? Венгрия. В смысле, вам Сингапур достается и хватит вам?
Сингапуре 800 резины. А как тебе сюда поплывешь, типа что ли, потом после нас или что? Не пойму. Как ты хочешь забрать? Сейчас они капнут все, и все сразу поедем. Так, капнут тебе Нидерланд. Тебе да. Нидерланды капнут, а нам капнет. Так, что дальше берем? Сет, выбирай. Наверное, нужно развитие армии, инновации в армии брать. А чего сразу идти в промышленность? Да ну, война во Францию. Ребят, какой во Францию? Еще нельзя. Нормально. Берите развитие промышленности, чего вы тупите? Тогда развитие промышленности. Договорились. Почему я не могу сделать четвертую морскую высадку? У меня сразу три войны. Тебе не Европка. А, я понял почему. Люксембург. Готов. Я только фон рисовала. Что мы его сбили? Француз начал делать заводики. Молодец. Вовремя. Вовремя, да. Как вы это смотрите? Я потерял 22 солдата в этой войне. И мой солдат в другой войне. Мы все еще 592. Ты лишил Люксембург возможности завоевать мир. Действительно. Ну, им нравятся же эти Нидерланды. Так, 22 солдата все еще. Интересно, ребята, если могу выиграть эту войну, флот подробил. Кстати, Соловейсию вчера их поддать. Чтобы у него резинка хотя бы была своя. Я могу тут весь Суматра. Суматра. Верхний вот этот. Но там алюминий. Нам не хватает его. Либо Соловейся, давайте Рейху, либо Климанта. Мы до сих пор на том поганом острове не выиграли. Так как там выиграть? Там бои не про... Там никто не умирает. Вообще Нидерланды капитулируют уже. Наши там не умирают, не умирают. Они быстрее капитулируют, вон уже поехали наши ребята. Сань, самолеты не трогай, самолетами чисто я буду заниматься. Я не трогаю твои самолеты. Вот и все. То мало ли. Есть морпехи. Так, алюминия надо купить. Кстати, француз на границе со мной даже войска не выставил. И британец куда-то ушел. О, ладно, так что быть, у этой поганой Италии куплю алюминий. Ох уж эти Нидерланды. У меня есть алюминий. Что там Бразилия? Для Бразилии фабрикует еще. И сталь надо купить. Сталин. Для Венгрии резину закупает. Нет, в смысле резину у Японии только покупать надо. Вы чё? Ну, у меня Венгрия закупает. Откуда Венгрия, у тебя столько резины? Чтоб ее продавать. А чё Бразилия? А сколько ли США поддерживают этот Венесуэлу? Ну сходи разберись. О, Саня, у нас авианосец достроился. В смысле поддерживает? Ты нападаешь там гарант? Бразилия. Да, гарантирует, да. Так он гарантирует, поэтому априори. А у нас есть правило, что нельзя... Это автоматом гарант. Автоматом. А что, он типа неснимаемый? Да.
Ну туда что? Не, ну в смысле, он как бы по доктрине должен быть, значит, американец специально вышел в ту доктрину. Ну, так, он доктрину, он... Вы не понимаете, он делает уже всю игру и пока что нормально. То есть нападает спокойно бразилец. Бразилец. Да, он ушел. Ну что-то 1000 против Нидерландов. Что за фигня? Ну, 500. Против Польши меньше потерял. Нидерланды. Ну. А, я понял, в чем проблема. Потому что я не передвинул туда самолетики. Без самолетиков-то не весело воевать. Сейчас бы, да, воевать без самолетиков. Да, да. Может, в самолете. Это кто победил? Для кого ты победил? Нидерланды? Да. О, у нас здесь 10 счета. Жми готово. Ну, ну готово. А. 16 тысяч техники забрали. Вообще хрень, да? Сам. Поделись. Сань, нам 3000 перепало. Нам 3000 перепало. Кстати, у Рейха есть это сурово. Ничего себе. Халява. Рейх есть в Америке. Ага. У тебя есть олово. Так может это больше пехотки тренировать, раз у нас теперь много этой. Да по какой, Сань, по 4 нормально. Ну, ладно. У нас доп. Оснащения вообще нету. Слышишь, да? А, ну да. Нам бы теперь нет. Все-таки хорошо побольше залипать. Больше. Побольше. А, ну, самолетиков. Погоди, не самолетик, ну, я уже. И морских, и штурмовиков, да, хорошо. Вещи. Вот, это хорошо, Сань, делать. Красиво. Ну, ради тебя, наверное. Что, совсем, что ли? Он чувствует твои прокинутые планы к нему. Было бы 4 высадки просто. Хай Италия, прежде всего. Ты договор с Германией не хочешь? Он потом распустит. Да, там бонусы хорошие. А дружить с Японией, типа, хочешь? Ну, ладно. Раз так, то вперед. Лоу-кик, чебурек, Бельгия не капнула. Мы подумаем об этом, Сань, еще. А так Бельгия... Ну и в Африку. Да, а ты как хотел? Ты выиграл джекпот. А что она должна была капнуть? Бельгия вроде всегда этот, без Африки никак. Не, а почему она должна еще капнуть? Да тут 100% Ну это 0-0 же. Она одумалась. Сань, смотри, вот эту пехоту, которая уже где нет доп. Оснащения, ее расквартировывай. Рейк, сделай коняшки. Ладно, я сам сделаю. В Бельгию их пусти. Зачем? Ну, в Африку место. Хочешь, чтобы... Ну, в Африку. Мы где-то я убиваем понял. Этих. Хотя бы дивизии 5. На них, понятно. Ой, сейчас все уже, сейчас он в столицу сядет, должно быть. 5 не поможет, нужно уже готовиться. Думаешь, сейчас упадет? Нет, да. У них еще один большой город, только в этом остался. До него я дойду сейчас тоже. Так. Ну что ж, друзья, встретимся с вами уже в следующей серии. И посмотрим, как Бразилия возьмет крепкий орешек Венесуэлы. И как продолжит подготовка к Второй мировой войне. Нужно все это объединить.